У меня растут года, будет и 17. Сегодня родители и дети все чаще начинают искать ответ на вопрос, что же делать мне тогда, чем заниматься. В этом году в регионе впервые в рамках чемпионата «Молодые профессионалы» прошли соревнования «Baby Skills». В Новочеркасском колледже промышленных технологий и управления малышки 5-7 лет продемонстрировали свои умения в компетенции «Ресторанный бизнес». В этом году впервые в Ростовской области проводится Baby Skills в рамках World Skills. И выбрана не случайно компетенция ресторанный сервис для детей в возрасте от 5 до 7 лет. У нас всего 9 участников, которые будут презентовать умение сервировать стол к праздничному обеду в честь 8 марта. Они демонстрируют умение обслуживать гостей, знание этикета, поведение за столом. Оказывается, даже в таком нежном возрасте нет никаких сложностей в сервировке стола. Ну, оставлять тарелки, ножики, вилки. И все с левой и с правой стороны должно положено лежать. И это должно лежать не пяк или косяк, а ровно, нормально. И ну, чтобы это было ровно и ничего не кривилось. В это же время ровесники юных специалистов в области ресторанного сервиса и ребята постарше проходили первую в своей жизни профориентацию. Для детсадовцев провели интерактивные игры, а школьники попробовали себя в профессиях, связанных с животными, банковской сферой, сервисом, индустрией красоты. Словом, работа на любой вкус, только выбирай. С точки зрения психологии ребенка это имеет огромное значение, потому что дети уже в этом возрасте пытаются для себя решить. Мама с папой все время спрашивают, кем бы ты хотел стать? И ребята выбирают, как правило, те профессии, которые зрелищно показаны им в кино, в каких-то фильмах, которые им понравились, в мультиках. Поэтому чаще всего наши дети становятся пожарными в детсадовском возрасте, милиционерами, полицейскими, спасателями. А мы хотим показать им, что мир профессий огромен и выбор очень большой. Вполне возможно, что этот день действительно предопределит судьбу кого-то из сегодняшних малышей.